Дорогие жители нашего города, мы не один год уже проводим эту акцию «Щедрый вторник», и детская поликлиника активно принимает в этом участие. Хочу всех жителей города поблагодарить за прошлогоднюю акцию. В результате две девочки наши получили значительную материальную помощь. И надеюсь, что город окажется неравнодушным и в этом году. На сегодняшний день мы бы хотели, чтобы помогли вот этим семьям. Это мальчик Ваня, который страдает тяжелым заболеванием центральной нервной системы, у которого мама инвалид, и папа находится по уходу за мамой и за сыном. Ну, он родился на 33-й неделе, асфиксия была, нехватка кислорода, поэтому ДЦП, поражение центральной нервной системы, отек мозга. Но думали, что жить не будет, конечно, врачи изначально. Он смог, он поборолся. Ну, конечно, осложнение есть и на глаза, и не сидит он сам, и не ходит. И маленький зайчонок. Мальчик Денис, тяжелая патология желудочно-кишечного тракта, и который нуждается на сегодняшний день в реабилитации и восстановлении после тех операций, которые он перенес. Мальчик Саша имеет патологию центральной нервной системы, планируется на тяжелую операцию в Санкт-Петербурге в Алмазовском центре в январе следующего года. Через 5 дней мы сделали МРТ. Подтвердилась опять же киста, она оказалась еще больше размеров, чем по УЗИ, то есть она занимает лобно-височную теменную область слева все. Сделали энцефалограмму, у него судорожная готовность, поэтому на противосудорожных препаратах против эпилепсии. Страшно. Все, мы слезы уже вытолкали. Все будет хорошо, да? Данил, который имеет патологию зрения, глаз, и который уже на сегодняшний день 4 раза оперировался в городе Москве и в настоящее время находится на очередном этапе лечения. Мы принимаем активное участие не только в подборе детей детская поликлиника, но и сами активные участники этого марафона. И призываем всех присутствующих и неприсутствующих в городе присоединиться к этой акции.